В Алматы открылся новый торгово-развлекательный центр «Молл Порт Ист». Он построен при финансовой поддержке Халыкбанка. Современное здание площадью 150 тысяч квадратных метров расположено на Кульджинском тракте. В просторном комплексе размещены торговые точки 60 мировых ритейлов-гигантов. Там же находится и самый большой семейный парк «Funky Planet». Чем же еще удивил алматинцев новый молл, расскажет Наргиза Такижанова. Это уже второй проект лайфстайл-молла в казахстанской девелоперской компании «Евразия Ред». Масштабы его действительно удивляют. Имеется фудкорт с 50 концептами ресторанов и кафе, а также просторный кинотеатр с 16 залами и самым большим экраном в СНГ. А для удобства посетителей здесь организована бесплатная автостоянка. Она рассчитана на 2500 мест. Мы всегда поддерживаем, развиваем финансирование реального сектора экономики. Больше 50% всей экономики страны финансирует Халыкбанк. И мы рады, что это имеет мультипликативный эффект большой, потому что это создаются рабочие места. Как и в первом молле, данное пространство направлено на предоставление услуг и качественного досуга для алматинцев и гостей города. В нем сосредоточены новые для казахстанцев бренды и магазины. А одной из особенностей стал семейный развлекательный парк Funky Planet. Его площадь составляет 7000 квадратных метров. Обслуживаем уже 2 миллиона человек вместе с Халыкбанком. Вот. Мы создали 5000 рабочих мест на первом молле. И 5000, наверное, рабочих мест на втором. Вот. Мы создали очень много количества МСБ, то есть субъектов малого и среднего предпринимательства. Все они – это наши казахстанцы. В июне 2024 года запустится вторая очередь молла «Апорт Ист» с аквапарком «Санремо Резорт энд Спа». Его площадь составляет 30 тысяч квадратных метров. Одновременно посетить его смогут больше 4000 гостей. Наргиза Такижанова, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.